Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Всем приветик! Всем привет тем людям, тем хозяюшкам, тем вязальщицам, которые зашли ко мне на канал. Сегодня мы проведем с вами очередной мастер-класс. Особенно это касается начинающих вязальщиц, которые очень-очень хотят научиться вязать. Итак, приступим. Что же я научу вас сегодня вязать? Сегодня мы научимся с вами вывязывать зубчики. Зубчики – это вот такие вот очень хорошо. Вот у меня есть шапочка там, если кто-то заметил, у меня шапочка есть с зубчиками, детская шапочка. Вот такие зубчики идут. Или же манжетики хорошенечко мы делаем этими зубчиками, кофточки тоже там, но особенно очень красиво на шапочках такие зубчики. Итак, дорогие мои, приступим. Ну вот, мы берем моточек ниток. Это мы будем брать для образца. Что же мы делаем? Набираем для образца мы, ну как всегда, начальный ряд. Ну набирайте 20 петелечек. Я вот уже, чтобы вас не задерживать, я уже набрала здесь. Итак, набрали вы 20 петелечек. Первую мы снимаем. Кромочная. Дальше мы вяжем. Когда вот мы связали начальный ряд, вы же знаете, мы убираем эту спицу и вяжем. Вяжем первый ряд. Сюда мы вяжем. Вяжем лицевыми до конца. Потом переворачиваем. Видим, тут изнаночная. Изнаночный целый ряд. Потом переворачивает. Лицевые. И еще переворачиваем изнаночный. Короче говоря, мы вяжем платочной вязкой 4 ряда. Лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные. Стоп! Что мы делаем дальше? Дальше мы берем первую петелечку. Что делаем? Конечно, мы снимаем ее. Вот мы сняли эту петелечку первую. Дальше мы будем делать следующее. Мы берем, набираем накид. Вы знаете, как набирать накид. Накид набирать – это на правую спицу. На правую спицу. Мы рабочую ниточку вот с пальчика берем, просто набрасываем. Набросили? Хорошо. А теперь мы вот эти две петелечки, следующие на левой спице, вместе берем и провязываем одной лицевой. То есть, когда мы две петли лицевых провязали одной, накид и лицевая, получается у нас также две петли. Мы ничего не теряем. И также до конца ряда. Накид, две лицевые. Накид, две лицевые. Накид, две лицевые. И так до конца. До конца, вот какое у вас вязание, вот что вы там будете вязать. Но когда мы начнем с вами что-то уже вязать, что-нибудь пробовать вязать, тогда я вам покажу, как это делается. Но сейчас мы делаем это. Узорчик этот мы пробуем, учимся вязать. Итак, вот мы до конца. Накид две вместе, накид две вместе. Остается последнее у нас, кромочное. Что мы делаем? Правильно, мы провязываем изнаночной. Дальше, вот что у нас получилось, смотрите. Уже, гляньте, красота какая. Ой, красотень. Перевернули, у нас тут идет изнаночная сторона. Что мы делаем? Мы провязываем это все просто изнаночной, до конца ряда так, изнаночная. Вяжем вместе со мной. Итак, первую петелечку снимаем, а дальше все петелечки мы вяжем изнаночной. Ну, вы знаете, как изнаночной вязать. А кто не знает, вернитесь ко мне, там у меня занятие, и там подробно описывается, как вязать лицевые и изнаночные петелечки. Я не буду занимать ваше время. Итак, дорогие мои, вот мы вяжем изнаночный ряд, изнаночная сторона, изнаночной. Все, последнюю петелечку, что мы делаем? Мы последнюю петелечку провязываем лицевой петлей. Так, вот что у нас получается. Смотрите, получается у нас вот такие дырочки. Вот это будущие у нас зубчики. Дальше мы переворачиваем. Перевернули. И что мы видим? Это у нас идет лицевой ряд. Вот он. Это у нас лицевой, когда мы перевернули. Что мы делаем? Мы сейчас
Вяжем снова лицевой вязкой. По лицевой, лицевой ряд, лицевой вязкой. Первую петелечку снимаем. И у нас также получается 20 петелечек. Когда мы брали накид 2 вместе, накид 2 вместе, получается все равно у нас 20 петелечек. Первую снимаем и провязываем первый ряд лицевой. Это очень легко. Вот мы провязываем лицевой вязочкой. Первый ряд после того, как мы набирали накид 2 вместе, лицевой, мы провязываем до конца лицевой. Так, вот мы провязали. Последнюю петелечку мы что? Провязываем изнаночной. Переворачиваем. Теперь у нас изнаночное полотно. Значит, мы вяжем теперь изнаночными. Короче, мы сейчас снова провяжем 4 ряда чулочной вязкой. Лицевая изнаночная, лицевая изнаночная. Вот так вот. Первую снимаем, изнаночный ряд. Хочу вам сказать, дорогие мои, зубчики зависят, могут зубчики быть маленькие, могут быть зубчики побольше, могут быть большие зубчики. Это будет зависеть от того, сколько мы сейчас наберем чулочной вязки. Вот так вот, мы пока вяжем 4. 4 вот здесь вначале у нас 4 ряда лицевых, и здесь будет, чтобы было одинаковое. Пока у нас вот это вторая вот мы вяжем. И еще разочек, дорогие мои, мы, вязальщицы, вы все понимаете? Так, девчонки, которые только учатся вязать, если вам что-то непонятно, пишите в комментариях, что вам непонятно, я вам тогда расскажу. А также я не знаю, кому что непонятно, говорите. Итак, еще вяжем мы 2 ряда лицевая и изнаночная, все. И будут наши зубчики готовы. Ну вот, дорогие мои. Мы вот лицевая, лицевой ряд. Это зубчики, они очень-очень красиво смотрятся, особенно на шапочках детских. Вы знаете, я даже себе вяжу всегда в шапочках, вяжу себе вот такой ободочек зубчиками, потому что очень красиво получается. Вы можете даже повязочку на голову связать вот такой вот вязочкой. И теперь дальше изнаночная. Все, последний ряд уже изнаночный. Теперь быстренько мы вяжем, чтобы никого не задерживать, чтобы долгое видео не было. Так, вяжем. Последнюю петелечку мы провязываем изнаночной петлей. Все, вот мы связали. Что у нас получается? Сейчас у нас уже зубчики выворачиваются, уже видно в зубчике. Итак, смотрите, вот что у нас получилось. Смотрите. Получились у нас дырочки. Но! Теперь-то мы берем вот так, переворачиваем. Смотрите. Переворачиваем. И вот у нас получаются вот такие чудесные, красивенькие. Вот они. Смотрите. Вместе мы складываем. И получаются такие красивые, чудесненькие зубчики с одной стороны и с другой стороны. Дорогие вязальщицы, это очень-очень просто. Вот, смотрите, когда будете вязать ребеночку и шапочки, я всегда себе делаю, очень красиво получаются эти шапочки. Итак, дорогие мои вязальщицы, вот вы научились вязать зубчики. Потом мы эти зубчики, все это мы приведем в действие. То есть, я научу вас вязать. Вот шапочки, я вам уже сказала, найдите у меня детская шапочка с зубчиками. Вот такая шапочка, таким козыречком для ребеночка. И вы будете смотреть, будете такую шапочку вязать и будете знать, как уже вязать вот эти вот зубчики. А потом вы можете эти зубчики, потом же эти если зубчики, потом мы можем одним вязать. Или просто потом иголочкой здесь у нас провязать. Вот смотрите, шапочка даже когда, вот у меня шапочка есть такая, я эту шапочку вот делаю зубчики себе здесь вот. Или же, вот на рукавчиках, смотрите, получается,
тоже красиво. Ну, короче, где нужно зубчики, где нужно украсить. Это получается у вас вот такой узорчик. Ну, я думаю, что вам вы все поняли, дорогие вязальщицы. На этом мы будем заканчивать. Кому непонятно, пожалуйста, пишите в комментариях и спрашивайте меня. Может быть, кто-то хочет, чтобы я что-то другое научила, кому-то что-то надо, и я буду знать, как это вязать. Ну, я думаю, я сама самоучка, вот, но я такая настырная, вот. Если я что-то хочу, я всегда добиваюсь этого своим трудом. Итак, дорогие мои вязальщицы, всем до свидания. Учитесь, учитесь и учитесь. Главное – желание и упорство, и усердие. Все, до свидания. Всем пока!